Сумка, ракета. Аналогично же, да, это будет чисто. Расскажи мне, что вообще, как она в середине. Я думаю, всем интересно будет узнать, как она выглядит. Обычная термосумка. Нет, так она такая большая, а отделение такое маленькое. Нет, такое отделение. Но там отделения они раскладываются. То есть, это она как трансформер. Так а зачем столько много отделений? Ну потому что пиццу заказывают. А, понял. То есть все, да? То есть там вот другие... Да, если, если обычные там заказы... А, тут оно еще вот какие-то тут разделения сюда-сюда. Даже с этими отверстиями, да, чтобы... Понял. Ну удобно, да? Тяжелая, наверное, такая, что вообще. Ну, можно с этой стороны нести рюкзак. Можно. Почти как у меня. И для денег еще отдельный карман. Ага. А, это не карман. Да, ничего себе.